В правительстве области прокомментировали сегодня ситуацию с режимом работы филиалов областного роддома в условиях пандемии. Ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране. В нашей области за три дня число пациентов под наблюдением врачей выросло на треть. Госпитализация в стационар на 10%. Тенденция очевидна, и она опасна. В этих условиях в Минздраве рассматривают различные варианты, как обеспечить коечный фонд, чтобы в случае необходимости в течение 2-3 суток развернуть дополнительные клиники. Пока, исходя из опыта второй волны, есть три ковидных госпиталя. Акуловская ЦРБ, корпус ЦГК Б и инфекционная больница. На рассмотрении пока пустующее здание второго филиала областного роддома на Державино. Там начинались ремонтные работы, плюс будут строить переход к детской больнице. Однако первый подрядчик не справился. Работы приостановлены. Будет новый аукцион. Там проведен системно кислород. Есть реанимационные места. То есть 25 выходов кислорода на сегодня. И в случае необходимости, то есть если мы не справимся теми ковидными госпиталями, которые у нас сейчас, то, конечно, мы рассматриваем для временного помещения пациентов до стройки, до начала строительства, в том числе в здании, в пустующем здании филиала 2 родильного дома. Для роженец, по словам Ирины Истоминой, полностью готов первый филиал роддома на Тихвинской. Весной там была проведена помывка и дезинфекция. И, как считают в Минздраве, мощность учреждения позволит именно здесь оказывать всю необходимую помощь. Помещение первого филиала рассчитано на 120 коек. На сегодня там находится 102 пациентки. В патологии беременности, то есть в дородовом отделении, которое рассчитано на 30 коек, находится 26 женщин. То есть переполнения какого-то там нет.